Итак, начинаем мы с вами нашу тему и начинаем с такой темы, которая называется, ну, может быть, сложновато, но я думаю, что она понятна достаточно, о чем мы будем говорить, социокультурные аспекты зависимости. То есть, каким образом зависимость людей отражается на его социальной жизни, на его культурной жизни. И наоборот, каким образом она зависит от той культурной и социальной жизни, в которой он живет. То есть посмотрим, каким образом это все взаимосвязано. Итак, сейчас наше общество находится в таком кризисном состоянии. Надо признать это, что причем вот этот кризис проявляется и в экономической сфере, и в психологической сфере для человека, и, конечно, духовно-нравственной, такой ценностно-смысловой сфере для человека. И вы знаете, сейчас все больше и больше голосов мы слышим в пользу такого мнения. Ну, мы с вами давно уже об этом знали, но сейчас уже и ученые, и психологи, и философы, все-все уже говорят о том, что, в принципе, общество – это не просто, знаете, некая такая толпа, а общество состоит все-таки из личности, из индивидуальности. И для того, чтобы узнать психологию или состояние социокультурного общества, достаточно изучить отдельных людей из этого общества, изучить их психологию, их потребности, их, так сказать, социокультурные моменты, и тогда можно иметь представление о самом обществе, что в этом обществе, так сказать, есть у нас. Причем, что самое удивительное, жизнь каждого конкретного человека влияет на то, что происходит в обществе. И вот изучая данные разных психотерапий, разных диагностик, разговаривая с людьми, душепопечительские беседы ведя, мы понимаем, что все то, что происходит с конкретным человеком, можно экстраполировать, то есть перевести и увеличить для всего общества, в котором мы с вами живем. То есть как живет каждый конкретный человек, узнавая вот его, этого человека, мы можем узнать больше и больше о том обществе, в котором он находится. И общество – это не некое застывшее образование. Это постоянно изменяющийся живой организм. Точно так же, как каждый из нас, это не некое, знаете, вот сегодня вот такой я, и вот такой пойду все там 100 лет своей жизни, или сколько мне отпущено, да? Нет, мы постоянно меняемся. Точно так же постоянно меняется и общество. И знаете, в обществе есть две, так сказать, части. То есть есть некая пассивная часть населения и есть некая активная часть населения. Но что самое печальное, что пассивной части населения гораздо больше, чем активной. И пассивная часть населения обладает, знаете, такой психологией, которая называется психология подростка. То есть это практически та самая часть общества, которая так и не повзрослела с времен крепостного права и осталась на мышлении рабов. И вот с такой, мышлением подростка, с мышлением который так взрослым и не стал. И вот давайте мы сейчас с вами посмотрим вот эту подростковую психологию пассивной части общества, чтобы мы, ну, с вами как бы понимали, о чем мы так говорим и почему сейчас, в общем-то, так много зависимости и такое ощущение, будто они просто увеличиваются в геометрической прогрессии, и сами зависимости, и люди, которые туда впадают. А потому что, понимаете, вот пассивная часть общества действительно начинает превалировать. Итак, значит, в чем же она заключается? Это подростковая психология пассивной части общества. Ну, во-первых, это повышенная эмоциональность. Уж если мы радуемся, мы радуемся, правда? Ура! Все громко. Уж если мы плачем конкретно. Да? Если мы кого-то ругаем, это очень громко и конкретно, правда? А если мы кого-то хвалим, это да. То есть, понимаете, это вот не что иное, как некая такая вот слишком повышенная эмоциональность. То есть то самое отсутствие контроля. У подростков это называется просто максимализм. То есть у них не бывает промежуточных состояний, да? Вот, ну и при этом, посмотрите, резкие перепады настроения. Вчера мы говорили, этот лидер, ура, ура, да, мы его все любим. Потом раз какие-то про него нам вскрыли факты в каких-то желтых газетенках, мы говорим, фу, правда? Раз, и настроение у нас совершенно ушло. Вот, мы наблюдали картины, когда учитель провел великолепный урок в школе, и после этого выходит, а тут подростки стоят, что-то играют, случайно задели там этого учителя, и она начинает кричать на детей. Мы сейчас говорим не о детях, которые там играют, бегают и носятся, мы говорим о настроении учителя. Выходит в хорошем настроении, вроде урок удался, все здорово, ну, стоило ее задеть чуть-чуть не так, как ей не понравилось. Все, настроение в резком перепаде. Резко другое совсем настроение. Однажды мы около одной церкви наблюдали подобную ситуацию. Замечательное служение, такое благоговение, замечательная проповедь, да, замечательное духовное наставление. Выходит, значит, один из служителей, священнослужителей, значит, хочет сесть в машину и уехать, он очень торопится домой, а машина, ну, другой машины заперта оказалось. Перекрыта дорога. Что стало срываться с его уст?
Вы знаете, это не, даже повторить невозможно. То есть тот самый человек, которого только что благоговел, пожалуйста, у него тут же пошел резкий перепад настроения. Что это? Это вот как раз и называется та самая подростковая психология, подростковое видение, так сказать, мира и самого себя. То есть сейчас мы с вами говорим не о самих подростках, а говорим о людях взрослых, которые так и не стали взрослыми, а остались в таком подростковом мышлении. Ну, следующее, значит, что, так сказать, наше общество с вами характеризует, пассивную, вернее, часть общества, крайняя категоричность, крайняя. То есть, смотрите, скажем, учителя, как правило, общество делит, вот, ну, своих учеников, как они делят учителя? Двоечник, отличник, правильно? Плохие, да. Плохие, хорошие. Вот эти любимчики, это нет, все, это Камчатка, отстой. Врачи, на что они делят, так сказать, все общество, общество как правило? Больные здоровы, правда? Или будем так говорить, то можно платить, то не может. Ну, как бы там уже исходя из моральных устоев. Юристы и милиция, правоохранительные органы, на каких людей общество делит? Преступники и непреступники. Правильно. Мы с вами, вот верующие люди, на кого общество делим? Верующие и неверующие. Понимаете? Ну все. Вы понимаете, какая крайняя категория? Никаких промежуточных стадий. Кстати, вот сейчас мы назвали те категории людей, которые просто не имеют права находиться в пассивной части общества. В пассивной части общества не имеют права находиться учителя, педагоги, психологи. По той простой вещи, по той простой причине. Что они воспитывают население страны. Конечно. В этой части населения не имеют права находиться врачи, потому что они отвечают за здоровье общества. За безопасность отвечает милиция, юристы, они не политики. Имеют права тоже быть. Эта категория не имеет права быть пассивной частью общества. Не имеет права быть пассивной частью общества. Церковь. И, конечно же, священнослужители. Ни в коем мере, потому что таким образом мы сами сгоняем общество в тупик. А посмотрите, что происходит. Мы видим, что к пассивной части общества эти категории тоже часто принадлежат. Но эти категории просто обязаны быть в активной части. Они обязаны обладать своим мнением. Мы об этом еще поговорим. А мы тоже в этой крайней категоричности, посмотрите, находимся. Следующее проявление вот такой подростковой психологии у пассивной части общества – это непринятие прошлого опыта. То есть то, что было до нас, мы говорим, ну это уже прошлый век. Вот совсем недавно нам говорили, представляете, в прошлом веке произошло такое-то событие. Я сижу и думаю, а какой прошлый-то век? 20-й. Ведь совсем недавно мы в нем жили, правда? А это уже прошлый век. И все. Вот то, что было раньше, мы как-то отметаем, говорим, ну сейчас же век скоростей, век интернета, век нанотехнологий. А вы все повторяете. Вот смотрите, когда мы жили в обществе коммунистическом, нам говорили, фу, какие были меньшевики, их подкармливали эти западные там, эти самые, интервенты, да, подкармливали то, чтобы они душили власть. Потом, как только пришли к власти, значит, демократы, что стали говорить, фу, какие большевики, их подкармливали, значит, Запада, да. Вы что думаете, сейчас никто никого не подкармливает? А когда разговариваем с церковными служителями, говорили, фу, какие там те, их подкармливали там Запад, и вот они только благодаря им существовали. Как только подкормка кончилась, там, значит, существовать перестали. Ну, знаете, ну, мы знаем действительно многие вот церкви, которые перестали существовать, как только кончилась подкормка. То есть, получается, то, что было в прошлом, как бы мы не принимаем на настоящий момент и не пытаемся как-то извлекать уроки, ну и жить, и принимать это не как подкормку, а как помощь, которая дается нам, чтобы мы потом уже как-то должны идти дальше сами, правильно? И хорошо, что вот сейчас наше государство увидело вот эту вот проблему и стало учитывать опыт прошлого. Почему сейчас объявили год семьи, такая необходимость возникла? Потому что вдруг оглянулись на опыт прошлого и увидели, оказывается, разрушение государства начиналось с чего? С разрушения семьи. Вспомните римские нравы, цивилизацию инков, греков. Разрушается семья, разрушается нравов, нравственность. Разрушение да. семьи и разрушается полностью цивилизация. Потом следующее, отсутствие чувства опасности у пассивной части общества. Понимаете, уж если на баррикады, все вместе, грудью вперед, даешь, понимаете. Вот, то есть вот эти вещи, не думай ни о чем, не рассуждай, не думай, какое у меня мнение ко всему этому. Ну вот, понимаете, то есть пассивная часть общества – такая некая толпа. Толпа – это, знаете, что такое одноклеточная, которым руководят только инстинкты. Понимаете? Ну общество-то стоит из чего, из кого? Из личностей, личности. Понимаете, вот активная часть личности, а вот пассивная часть – это толпа, вот некая одноклеточная. У толпы не развит инстинкт самосохранения. Все пошли вперед, давай на амбразуры, на баррикады, и ни о чем не задумываются. Почему так подростка легко
заставить бунтовать, а потому что у него нет инстинкта самосохранения. Он готов рисковать, ломится в бой. Причем не думая за что, понимаете? То есть не принимая во внимание никакие внутренние какие-то мотивы и позывы, и внутреннее такое веяние души. Раз все так, я так. Вот мы совсем недавно были на одной такой очень большой всероссийской конференции, там выступал наш главный врач России Онищенко. Он говорил, представляете, очень легко оказалось подсадить всех подростков на пивной алкоголизм. Да не только подростков. Но вот я лично людей. Знаком с человеком, который в начале 90-х годов, очень талантливый рекламщик, он за 3 года сделал так, что всю Россию зомбировал на употребление пива. Ведь до 90-х годов у нас не было такого пивного Нет, пиво заселения. Было в России, но не в таком количестве его пили. И он за 3 года это сделал, он практически зазомбировал мозги. И когда, говорит, я вот Онищенко, говорит, я его лично спросил, говорю, а ты можешь обратно Россию раззомбировать? Он говорит, легко. Причем на это мне хватит 1.5 года максимум. В 2 раза меньше, потому что заставить людей делать то, что приносит им здоровье, намного проще, чем заставить людей поверить в то, что тебе хорошо употреблять то, что тебя разрушает. Но, говорит, деньги. Проблему. Тогда... Те-то компании мне платят деньги, и немалые, чтобы я делал хорошие рекламы. Там было много очень, а тут, понимаете, мне столько денег уже никто не даст, зачем я это буду делать? Но, понимаете, он же ведь подсаживает не только всю страну активность, у него есть свои дети, соответственно, внуки, соответственно, любимые друзья, которые ведь тоже в этом, то есть полное отсутствие чувства опасности. И отсюда идет, соответственно, следующее, посмотрите, то есть мы сочетаем сентиментальность и жестокость, вот эта вот пассивная часть общества. Ну, вы знаете, эти подростки, да, которые, скажем, могут любить свою собачку, сюси-пуси разводить со своей кошечкой, и тут же идти избивать своего одноклассника. Знаем мы такие случаи? Что это? Это вот как раз то самое сочетание сентиментальности и жестокости. Или когда мы слышали в одной из церквей великолепную проповедь про любовь, и тут же подходит, и сострадание к людям, тут же подходит одна из женщин к священнослужителю, говорит, что у нее проблемы с мужем, и он говорит, вы знаете, мы помогаем только членам церкви. Только нашей церкви. А я знаю, что вы в другой конфессии, поэтому вы извините, вот там ищите помощь. Мы лично это слышали своими ушами. То есть, понимаете, то есть вот в данном случае идет вот им, вот она сентиментальность, вот они слезы на глазах во время замечательной проповеди. И тут же идет отказ человеку в помощи. Что это? Вот это состыковка. Опять мы говорим, а это ведь те группы населения, которые не имеют права быть в пассивной части. Не имеем мы права быть в пассивной части населения. Мы не имеем права быть в толпе, понимаете? Что дальше идет? Следующее. Отсутствие временной перспективы, лучше сказать так. Потому что люди эти живут состоянием сегодня. Ну вот как тот человек, который подсадил на пивной алкоголизм. Вот сегодня дали деньги, я подсадил. Но я не думаю о будущем. Ведь растет поколение людей, которые полностью зависят от пива. Конечно. Вырубаются леса. Что это? Вот сейчас надо взять, а потом что угодно. Выкачивается нефть, газ, да, любую из. Хорошо, сейчас буквально последние годы взяли это под контроль. То есть временную перспективу приняли во внимание. Замечательно, что приняли последние несколько лет. Но ведь до этого было полное состояние подростковости, понимаете? И это не только касается, это касается всего. Опять хотим сказать, и политики, и медицины, и педагогики, и церкви. Вот что самое страшное. Это как раз те области, которые не имеют права быть пассивными. Отсюда что идет? Естественно, подсаживание людей на любую зависимость. Смотрите, что дальше еще в подростковом обществе. Растворение в группе. Слепое такое растворение группы. Слепая, соответственно, идет вера в лидера. Да? Причем лидер сегодня один, завтра другой, очень легко. Это все дело меняется. У таких людей нет своего собственного мнения. Они принадлежат мнению толпы, мнению всех людей. То есть вот как большинство сказал, так я и буду делать. Лишь бы вот это вот не выделяться. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. И вы знаете, интересны вот очень такие моменты. Вообще, что формирует
Или, ну, или что оказывает влияние на вот то, чтобы человек все-таки принадлежал не к пассивной части общества, а к активной. То есть каким образом человек все-таки начинает, так сказать, жить активной жизнью. Тут два момента, которые оказывают влияние. Первый момент – это, конечно же, среда и обстоятельства. Конечно, никто не отменяет. Многие люди говорят, ну что вы хотите в нашем государстве, что вы хотите там, в моей церкви, что вы хотите в наших школах, что вы хотите с нашими медиками. Понятно, конечно, никто не отменяет влияние среды. Но есть же еще и собственные решения. Решение, которое принимает сам человек. Я буду плыть по течению и скажу, ну да, что делать? Или все-таки я что-то попытаюсь изменить в своей жизни, в жизни своих близких людей, своих друзей? И вы знаете, вот доктор Хан провел совершенно замечательный эксперимент. Вот я вот сейчас просто его хочу вам рассказать. Значит, что они сделали? Ну, была такая небольшая пропасть. Ну, такая пропасть, там как бы упадешь, не разобьешься, но серьезно так можешь ушибиться. Стукнуться. Ушибиться, да. И на дне пропасти, как он сказал, значит, своим этим вот людям, которые приняли участие в эксперименте, испытуемым, он сказал, на дне пропасти, видите, вон там, это что-то поблескивает, это я стекло битое разбросал. Поэтому упадете, не разобьетесь, но больно будет и стекло. Значит, пораните очень сильно. Да, пораните можете. Вот, после того, как, значит, людям показывали эту пропасть, потом людей отводили на 5 метров от этой пропасти, завязывали глаза и говорили, ну, а теперь давайте вперед. И было, дойди, значит, до края пропасти. Вот кто быстрее и кто ближе, значит, подойдет к этому краю, тому какой-то был приз, очень серьезный приз, значит, вот, который люди получали. Так вот, в этом, значит, случае люди как бы разделились на 3 группы. Первая группа, которая, знаете, ну вот прям раз и рванули вперед, значит, за этим. Сказали, кто быстрее подойдет. И вот они... И помощникам доктора Хана пришлось даже их останавливать, потому что они, ну, нырнули. Готовы были свалиться. Значит, вторая группа так, они сделали буквально несколько шагов и остановились как вкопанные. И никто не мог их вообще заставить двигаться дальше. Они говорили, что есть еще, можно сделать несколько шагов. Не пойду, вот хоть режьте меня, дальше не пойду. Это была вторая часть людей, которые себя вели. Была третья часть людей, которые шли осторожно, прощупывая впереди себя. Значит, попросили палочку, значит, чтобы... прощупывать впереди себя, значит, вот это вот расстояние, и спрашивали постоянно советов окружающих. И дошли действительно вот до, почти до края, до самого. И говорит доктор Хан, что, в принципе, вот эти вот первые и вторые люди, вот первые, которые рванули, и вторые, которые остановились и не пошли дальше, это те самые потенциальные неудачники по жизни. Вот это те люди, которые, в принципе, по жизни идут неудачниками. То есть это чрезмерно активные люди? Которые рискуют, не задумываясь над тем, что произойдет дальше. Или те, которые вообще не рискуют. То есть азартный слишком человек и человек, постоянно боящийся, постоянно в страхе, это потенциальные неудачники. Но потом доктор Хан говорит, ну понимаете, но ведь все люди потенциально удачливы. Вот говорит, вот если каждого человека в отдельности изучать, каждый человек потенциально удачлив. Нет неудачников. Но главное вот это внутреннее убеждение, он это назвал, знаете так, гипнозом внутренней установки. Вот. Ну, нам не очень нравится слово гипноз, да, это его как бы термин. То есть самовнушение такое для, да, себя. Но вообще это такая, что, знаете... у меня получится, я могу это сделать. То есть вот эта внутренняя убежденность в собственном предназначении, в смысле собственной жизни. Вы знаете, вот по опыту Великой Отечественной войны, вот когда мы разговаривали с ветеранами, ну, одно время, когда вот я училась в школе, часто приходили ветераны нам рассказывать про войну, и все как один. Вы знаете, вот я сколько помню себя вот в то время, я помню, меня вот поразило, что практически каждый говорил вот что. Если приходил человек, вот скажем, новенький, что... его убьют, его убивали точно, причем в ближайшее же время. В ближайших боях. В ближайших боях. Выживали только те... Нет, он говорит, я не говорю о том, что все, кто говорит, я выживу, все выживали. Нет, но вот у таких был шанс выжить. Но если человек приходил с убеждением, меня убьют, он не выживал. Это действительно, это, понимаете, это внутренняя установка. Вот если у человека есть установка выжить, пройти, добиться чего-то, у него есть шанс. Если нет такой установки, шансов нет. Вообще никаких и никогда, ни у кого. Вот, ну и... Я думаю, с этим понятно, да? Идем дальше. Ну и вот, знаете, причина, по которой вот происходит такая некая инфантилизация нашего общества, вот это вот, знаете, ну, пассивная, да, такая установка. Во-первых, это такая внутренняя агрессивность. Мы начинаем воевать друг с другом, мы начинаем какие-то стычки делать, гневаемся, не принимаем друг друга.
стремимся одним ударом вообще, вот одним ударом, одним пинком решить все проблемы свои. Достичь. Ну что это? Не желаем понимать своих близких людей, того, что мы часть единого целого организма. Вот в этом плане нам очень нравятся слова кантерберийского архиепископа Джона Дотта. Донна. Джона Донна, да. Который сказал, что нет человека, который был бы как остров, один. Каждый человек – это часть суши, часть материка. Смерть каждого умаляет и меня. Поэтому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Вы знаете, это если кто-то умер, это касается и тебя тоже. И вот этот Джон Донн был, знаете, таким мотом. Это был человек, любящий женщин, деньги. Он свою жизнь буквально, вы знаете, налево-направо вот, растрачивал. И потом, когда к нему пришло вот это понимание того, что он не просто вот как хочешь живет, но он часть большого человечества, и по большому счету от него зависит, что будет потом со всем человечеством, со всеми потомками. Он пришел к этому пониманию, он стал священником, и вот, вот это вот свое понимание, которое он, вот, понимаете, обрел для себя, он уже вот понес в мир. Но вот это необходимо освобождение от этой внутренней агрессивности, но мы не сами по себе. Мы часть человечества, да, вот это вот важно понимать. То есть вот такой человек всегда говорит, самое главное это я. Вот мои проблемы. Если он внутренне агрессивен. Если он внутренне агрессивен. Все остальные там хоть трава не расти. Меня не касается вообще, что происходит у других людей. Самое главное, это мои проблемы, мои потребности. Вот я сделаю для себя, чтобы было мне хорошо. А потом уже, ну, подумай, может быть, и подумаю. Вот. Если вот останется время, деньги, там, силы. Вот это внутренняя агрессивность. И вторая причина, это, так сказать, ну, качнулся маятник в другую сторону. Это пренебрежение личностью каждого человека. То есть, когда мы забываем, что главное звено в обществе все-таки личность, отдельно взятый человек, то все должно быть сделано для того, чтобы личность созидалась. Да? Вот если забываем мы об этом, то все, мы качнули маятник в другую сторону. А у нас сегодня все употребляют даже такие слова, как масса, электорат. Да? Смотрите, что такое масса, что такое электорат? Это вот все... Такое безликое аморфное. Главное, чтобы они правильно проголосовали. Вот. И вот, да, и вот начинают, значит, и манипулировать сознанием. Что это? Это вот как раз идет вот это полное пренебрежение личностью. И мы уже приводили эту цитату Михаила Михайловича Бахтина, но мы хотим еще раз ее привести здесь, в этом курсе. Естественные науки имеют дело с вещью, в то время как гуманитарные науки имеют дело с личностью. Вот чем отличается вещь от личности? Как вы думаете? Что личность, Людмила? Личность – это живой организм, так, с эмоциями, со всеми чувствами. Так. А вещь – это материальность, она тлеет. Так, еще. Чем вещь отличается? Вот самое главное отличие… Не, ну еще обычно как говорят, что вещь, куда поставил, там она и стоит. А личность не факт, она может и переместиться. Да? Ну то есть, да, человек имеет, как бы вот, личность имеет возможность двигаться. Но своего мнения не имеет вещь. Да. Да, да. И не движется никуда, конечно. Есть еще одно такое самое главное отличие, которое наука занимается как раз вот этим. То, что вещь можно расщепить на составляющие части, ну то есть разделить. Изучить каждую в отдельности, свойства, характер, там, то, что, как она работает. Потом все это соединить вместе и в совокупности мы определим характер этой вещи, правда? Вот эта вещь. Личность расщепить нельзя на составляющие части, потому что личность – это все взаимосвязано с друг другом. Хотя мы с вами пытаемся очень часто так сделать, правда? Ну, например, приходит алкоголик, и мы говорим так, и мы к нему обращаемся как к алкоголику, только как к проблеме алкоголизма. Перестань пить, перестань пить, перестань пить, перестань пить, или там приди к Богу, приди к Богу, приди к Богу. А простите… Совершенно не задумываясь, что его окружение, семья, может быть, толкает на алкоголизм пить. Совершенно не думая о том, что, может быть, у него проблемы на работе. Совершенно не связывая его внутреннее состояние, скажем, с тем, что несколько лет назад умер его лучший друг и так далее, и так далее. Совершенно не думая о том, что, может, у него наследственность такая, предрасположенность к алкоголизму. И тут уже нужно как-то еще, понимаете, с этим что-то делать, еще и с наследственностью, чтобы он это понял, осознал, и уже на это тоже направил свои внутренние резервы, чтобы этому противостать. То есть вещь можно разделить на части, изучить в отдельности, личность не разделишь. Хотя мы пытаемся это делать. Вот у человека память, вот его эмоции, вот его поведение, вот, семья. Вот воля, вот семья. И вот мы, если мы в отдельности все это улучшим, соединив вместе, получим что-то хорошее. Не получим. У личности так не сработает. Не получим. Что бесполезно. Все взаимосвязано. Стоит где-то что-то сломаться или дать крен, это влияет на всю жизнь личности. То есть смотрите, вот может быть два крена. Либо мы пренебрегаем личностью и говорим,
Главное для себя должно быть общественное. Либо мы пренебрегаем обществом, говорим, самое главное о себе думай. И то крайности. Ни в коем случае нельзя. Все должно быть в балансе. И то, что мы часть общего материка, во-первых, и то, что все равно каждый из нас личность. Вот. И важно, чтобы мы, понимаете, помогали. Мы не можем помочь массе, мы можем помочь конкретному человеку. И тогда совершенствование в обществе изменится происходит. Изменится общество. Понятно, да?